Вселенная следит за тем, что вы говорите. Если не хотите испортить себе жизнь, никогда не произносите вслух 5 стоп-фраз. Каждый человек – творец своей вселенной. Однако порой мы об этом забываем. А некоторые и вовсе об этом не помнят, как и о том, что творчество их жизни начинается с мысли и слова. Особенно слово. Слово, которое мы произносим, обладает невероятно мощной силой, способной творить нашу текущую и будущую реальность. Если в нашей голове роятся негативные установки и убеждения, и такие же фразы часто вылетают из наших уст, тогда готовьтесь, что именно услышанная Вселенная будет воплощать в жизнь. Причем особенно опасными являются 5 фраз, которые лучше не произносить вслух и даже исключить из водоворота мыслей. Я не могу. Как часто вы говорите себе или другим «я не могу». Я не могу стать успешным, я не могу найти мужа, я не могу обрести счастье, я не могу найти общий язык с близкими, я не могу не злиться. Этим своим «не могу» вы сами ограничиваете свой потенциал и делаете будущее таким, что в вашей жизни больше не появлялось удачных возможностей и стечения обстоятельств, чтобы показать свое «могу». У меня нет денег. Еще одна довольно распространенная фраза, которую нередко можно услышать от каждого второго человека в повседневной практике. «У меня нет денег, я не могу купить тебе эту куклу», — говорит мама своей дочери. «У меня нет денег, я не могу помочь», — говорит мужчина, у которого мать просит помощь. Заметьте, во всех этих предложениях используются сразу 2 стоп-фразы. Когда вы говорите, что у вас нет денег, вы автоматически запускаете процесс закрытия своего денежного канала. Вам автоматически Вселенная будет давать столько, чтобы всегда хватало на все, но только на самое жизненно важное. Не играйте в такие игры с космосом, который слышит вас, и не отрекайтесь своими словами от щедрости и никогда не заканчивающегося денежного потенциала Вселенной. Я не знаю. Еще одна распространенная фраза. Ее произносят только неуверенные в себе личности. Другие же сразу стараются уточнить то, что еще не успели уточнить, и быстро исправляют ситуацию, где они находятся в состоянии временного неведения. Мне не везет. Нет такого слова, как везение. По сути, есть только неправильное взаимодействие со Вселенной, негативные установки и нежелание что-либо менять в своей жизни. Однако, произнося фразу «мне не везет», вы автоматически привлекаете в свою жизнь сценарий, где вам судьба постоянно ставит подножки. Видит человек стакан наполовину пустым или наполовину полным, вот в чем вопрос. Все богачи, воры и бандиты. Еще одна ошибка многих людей – негативное отношение к большим деньгам и богатым людям. Любые убеждения и установки ограничивают ваш мир. К примеру, установка, что большие деньги грязные и все очень богатые личности бандиты, отталкивает от вас энергию денег. Ведь вы неосознанно транслируете в мир мысль, что деньги плохие, а вы таким быть не хотите, что бедным быть лучше. Если так думаете, даже на уровне подсознания не ждите подарков от Вселенной. Последнее откликается только на 3 зова, на любовь, веру и благодарность. Задумайтесь.